Упражнение «Задуть свечу». Делаем полноценный глубокий вдох, как при упражнении «Волна». И затем медленно через сомкнутые губы, но очень сильно, делаем выдох. Как будто на расстоянии от нас в 2-3 метрах действительно горит свеча, и нам нужно ее задуть. И таких циклов мы делаем от 5 до 15. Выполняя это упражнение, вы можете почувствовать головокружение от большого притока кислорода в кровь. Если вы это почувствуете, и это будет действительно очень сильно, то делайте это упражнение, сидя на полу. С пола не падают.